Итак, всем привет, с вами АПЛ Первый, и сегодня я покажу вам, как играть через Гарену в Warcraft 3. Почему я делаю этот видеоурок? Потому что меня конкретно достали с вопросами, через что ты играешь, как ты играешь и все такое. Собственно говоря, этот видеоурок делается для них. Он будет полезен как и обладателям обычной Гарены, так и обладателям Гарены Плюс. Собственно говоря, мы рассмотрим на примере Гарена Плюс. Там, в принципе, от обычной Гарены ничем не отличается, лишь начало немного по-другому. А так все, в принципе, почти то же самое. Вот. Собственно говоря, давайте начнем. Запустим Гарену Плюс. Ну, вначале у вас высвечивается авторизация, вы авторизуетесь, если вы не авторизовались. Я автоматическую авторизацию поставил, вот у меня запустилось. Вот так примерно выглядит окно Гарены. Вот, что дальше? Если у вас Гарена Плюс, то мы запускаем OnGame. Ну, соответственно, если хотите, тут у вас изначально будет на английском, можете зайти в настройки и здесь выбрать регион. И, соответственно, язык свой. Потом придется перезапустить, Гарен вас просит перезапустить, и вы нажимаете «Да», но она у вас автоматом перезапускается. Ну, тут другие настройки есть, можете настроить по своему усмотрению. Вот, далее. Дальше пойдет уже все, в принципе, подойдет и для простой Гарены, единственное, но окно выглядит немного по-другому, но кнопки те же самые. Итак. Что мы делаем? Нажимаем на кнопку игр, как в Гарена Плюс, так и в обычной Гарене тоже есть подобная кнопка. И здесь мы видим LAN игры. Находим здесь Warcraft RPG или Warcraft TFT, это в зависимости от того, где вы будете играть. Здесь, естественно, больше намного комнат, но... Ну, давайте рассмотрим на примере, где меньше комнат. Нажимаем на War 3 TFT, например, и здесь выбираем регион, в котором мы будем играть. Ну, в данном случае я выбираю Россию. Далее нам надо выбрать комнату, в которой мы будем играть, например, вот эту. У вас открывается вот такой вот небольшой чат, ну, что-то типа этого. Далее, если вы нажмете кнопку Pause, вас попросят указать путь к игре, если вы его не указали. Соответственно, надо зайти в настройки игровые, здесь найти ту игру, в которую мы играем, то есть TFT или RPG, и указать путь к папке с игрой к файлу war3.exe. Собственно говоря, нажать применить и закрыть. Далее мы снова жмем пуск, и у нас как бы... Все отлично, запускается, мы заходим в локальную сеть, создаем игру или заходим к своему другу. Больше, в принципе, ничего не надо. Вот. Так, в целом, можно в любую игру играть, из которых тут присутствуют, как видим. Не, естественно, если вы хотите много народа, то, естественно, лучше здесь вот выбрать по нраву вам комнату. Здесь для некоторых карт созданы аж отдельные комнаты. Тут в основном очень много говнодоты. Да, чем меня затроллили, это какая же это говнодота, сам говно нуб, блин. Не знаю, не нравится мне дота обычно. Ладно, собственно говоря, все, что и надо было сделать. Не так уж и трудно это понять. Надеюсь, этот урок вам поможет. И больше таких вопросов не будет. Ну, а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.